Терпение, энергичность и постоянное самосовершенствование – необходимые качества для тех, кто воспитывает новое поколение. Лучшие педагоги в Химках собрались в музейном комплексе «Артишок», чтобы получить заслуженные награды. Здесь подвели итоги профессионального конкурса «Педагог года 2020». Я думаю, что эта традиция, которой уже 30 лет, она очень правильная, и она дает новое дыхание, новый толчок проектам, новое видение своей работы для тех, кто участвует, для тех, кто поддерживает своих номинантов и претендентов. Одна из победительниц областного этапа – Екатерина Зайцева. Девушка стала лучшей в номинации «Педагогический дебют». Уже 3 года она работает учителем технологии в гимназии номер 4. На своих уроках старается максимально заинтересовать ребят. Я решила принять участие, потому что считаю себя достойной. И считаю, что мои уроки очень интересные, и решила их показать на конкурс. И я не ошиблась, я выиграла в этом конкурсе. Особенность моих уроков в том, что у меня очень много интересного в плане оборудования, технической поддержки и то, что я очень многие уроки разрабатываю сама. Впереди у Екатерины всероссийский этап. Прямо сейчас девушка проходит конкурсные испытания, чтобы стать лучшей среди педагогов России.